От создателя Доктора Хауса. С Шоном Мёрфи я познакомился, когда ему было 14. Шон, веди себя как нормальный человек. Он был и остается выдающимся юношей. Аутизм. Трудности с общением. С этой формой аутизма Шон не нуждается в посторонней помощи. Трудности с вербальными навыками и абстрактными понятиями. Берегись! По-вашему, все это качество хирурга? Он дышит. Вы спасли ему жизнь. Кто вы? Я доктор Шон Мёрфи, хирург-координатор больницы Святого Бонавентуры в Сан-Хосе. Исключительный ум. Вы думали, совет без колебаний наймет хирурга, страдающего аутизмом? Объясните нам, почему. Порой незаурядность. У него также синдром Саванта. Гениальные способности в нескольких областях. Твое главное преимущество. Он не такой, как мы. Проблема в сердце, ему нужна эхокардиограмма. Возьмите себя в руки, или вас вышвырнут из больницы. На эхо проблем нет, покажи ему. Он видит то, чего не видим мы, и анализирует вещи непостижимым для нас способом. Еще раз. Еще раз. Вот. Здесь ничего нет. Здесь аномалия. Парня осыпало осколками. Может, один из них попал в кровоток. Повреждение может быть за сердцем. Ты был прав. Фредди Хаймер. Вы нагрубили мне при первой встрече, а теперь хотите со мной дружить. В каком случае вы притворялись? У него серьезное расстройство, благодаря которому выжил ребенок. А другой завтра из-за него погибнет. Мы наймем Шона и дадим надежду людям с ограничениями. Покажем, что они способны на больше и что у них есть шанс. Не забывай, ты ведь умный.